месяца назад. Благодарю, Петрович, за ваше творчество. А расскажите только на соках максимально, сколько можно быть. Я так понимаю, голод и женское здоровье, голод и женская красота. На соках, да? На соках максимально можно быть. Очень вообще-то долго на соках можно быть. Ну, например, вот начнется, грубо говоря, теплая погода, лето. Главное, чтобы соки были. И так можно все лето на этих соках пробыть. Ну, я думаю, чтобы не горячиться, не горячиться. Вот я просто со своего опыта хочу сказать. Я, когда начал заниматься соками, закупил морковки там побольше. Нашел женщину, которая сама морковку сажает. И вот весь урожай я у нее выкупил. Морковка была большая, сочная. Ну, редко такое, знаете, бывает, чтобы она была вот очень вкусно. И я на соках посидел примерно, ну как посидел, где-то месяц. Я пил от литра до двух в течение дня. И это было на протяжении примерно месяца. Мне хотелось пить. Организм говорил, давай, 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 давай. И вот когда произошло некое насыщение вот этим всем, у меня пропало желание пить морковный сок. Все, я на какое-то время отказался, а потом опять возникло желание. То есть на соках максимально сколько можно быть. Можно быть столько максимально, сколько организм требует и у вас желание выпить сока. Как только оно исчезает, говорят о том, что соки уже продействовали, значит, надо просто-напросто по стаканчику далее принимать или на какое-то время воздержаться, какие-то другие там соки попить. То есть, вот я сейчас пью яблочно-свекольный, он хорошо идет. Я где-то выпиваю пол-литра, ну не пол-литра, а грамм, наверное, 300-350 за один раз. Еще столько же примерно остается, я оставляю, потом допиваю. Спасибо, спасибо, это Мадлен Адлен. Трансперсональная терапия после голодания. Так, еще раз о голодании. Спасибо. Но почему не 20 минут, как обещано, а 2.42 это очень мало. А что такое? Еще раз о голодании. Что такое? Это очень мало. Ну, потому что это еще раз о голодании, да? Это недавнее видео, я тут сижу. Ну, столько вышло. Не 20 минут и есть. На 20 минут замахнуться можно. Можно сказать, все, и за 2 минуты. Так, Элизер Ашуров. 14 часов назад. Петрович, название темы соответствует лекции. А это что самое главное в питании, да? Где правильное питание, где беременность? Теперь животный мир, почему они не болеют в природе? Но как только они одомашнены, то сразу заболевают и раньше умирают, чем в природе. Ответ неверный, потому что они питаются по своей природе, и все природное понятие сварить и смешать все подряд у них нету. Только свиньи так едят, а зачем человек и есть свинья? Но если мы начнем питаться неправильно, Петрович, а полезно для определенной конституции и понятия раздельности или правильности, в корне неверно. Именно полезное, что и что означает питаться по природе. Ну, я не знаю, Элизер, каждый как-то понимает все это по-своему. Я постарался со своей позиции подчеркнуть, что я считаю главным. Главным это то, что мы свои тела делаем с пищи. И пища нам дает не только материал, но она дает и информацию об окружающем мире. И когда мы вот это все, значит, употребляем, мы становимся частицей
этой местности. А раз мы частица, которая уже приспособлена ко всему за счет пищи, мы, значит, меньше болеем. Ну, я вот так как-то рассуждаю. Так, что самое главное? А вот тут Zero написал. Спасибо, все четко разложил по полочкам. Ну, кто как. Так, как прихватывать спину? Опять Элизер Ашуров. Браво, Петрович, ты красавчик. Спасибо. Ну вот, показать еще. Давайте посмотрим, где я там отвечал, не отвечал. Так, вот когда Эрика Ариана, есть русские шрифты, есть латинским шрифтом, пишет, ну, по-русски. Постарайтесь, пожалуйста, если есть возможность, писать только по ну, русским шрифтам. Легче читать и понятно. Супер, как прихватывает спину. Это было давно, это было несколько лет назад. Я был в Переславле-Залесском, там вверху Никитинский монастырь. Я как раз сделал видео про Никитинский монастырь. Потом спустился этот Никитинский источник. Там есть, значит, купальня. Но так как я хотел показать не окунание, а обливание, я купил два ведра эмалированных, камеру поставил, нацелил здесь все. Супруга меня сняла, я с этих двух ведер облился, и эти два ведра оставил им